Здравствуйте, мои дорогие друзья, и сегодня с вами снова я, Лёва Иванов, и мой канал. Сегодня на дворе 13 февраля 2024 года, и я снова на рыбалке на нашей речке. Вот, где-то около часа я порыбачил, есть хорошая плотва в улове. Есть окунь. Сейчас, мои дорогие друзья, я вам постараюсь продемонстрировать сам процесс лова. Ловить будем на мормышку сегодня. Вообще я специализируюсь на ловлю на мормышку. Вот, в данном случае у меня мормышка безмотылка, называется клоп она, недорогая. Я ее покупал в рыболовном магазине в районном центре. Вот, подсаживаю в качестве наживки я опарыша, очень хорошая насадка, мои дорогие друзья. Берет как окунь, так и плотва. Процесс лова идет увлекательный. Вот поклевка. Нет, ничего не попалось. Не зацепилась рыбка. Ну ничего, будем продолжать рыбачить. На безмотылке я ловлю уже второй сезон, мои дорогие друзья. Вот есть окунек неплохой. Вот посмотрите, мои дорогие друзья, вот попался. Сейчас я вам покажу мою мормышку. Вот она, мои дорогие друзья, мормышка безмотылка, называется клоп. Она имитирует мормыша, маленькую пресноводную креветку, которая водится в нашей реке. Вот, на эту мормышку можно ловить как насадкой, а также и без нее. Ну, я стараюсь ловить с насадкой, когда у меня насадка есть. Насадка в виде опарыша делает эту мормышку более привлекательной. Опарыш имитирует ручейника, который тоже в большом количестве у нас на водоеме как летом, так и зимой присутствует. Вот еще один окунек, мои дорогие друзья. Вот посмотрите, небольшой, вот, но пойдет на засолку, будет очень хорошо. Вот так вот идет у нас процесс лова, мои дорогие друзья. Рыбалка — это дело увлекательное. Кто хочет начать, мои дорогие друзья, и еще стоит на перепутье, я бы вам сказал, что вы, если не начали рыбачить, то очень много потеряли. Вот, ну это поменьше окунек. Вообще окунек — отличная рыба, мои дорогие друзья. Питается он разнообразной пищей, как мальком, так и другими всякими жучками, которые водятся в воде. Кто
кто-то сомневается, что у меня не получится, Лёва скажет, да вот это такая рыбалка, можно замерзнуть. Я, мои дорогие друзья, когда сильные морозы не хожу, тоже рыбачить, стараюсь выбирать погоду получше, потеплее, мои дорогие друзья. Вот. У нас Саратовский регион, среднее Поволжье. Постоянно идут зимние качели такие, с оттепелями, то мороз, то оттепель. И вот, видите, я легко одет, куртка расстегнута, мои дорогие друзья. Перчатки, варежки не надеваю, ловлю с голыми руками. Сейчас погода безветренная. Где-то на термометре плюс 2 градуса. Вот. Погода очень хорошая. Ловим мы с утра. Пришел я на утренний клев, мои дорогие друзья. Вообще, я стараюсь ходить в утренние часы и в вечерние. Но, как показывает практика, рыба может откликаться на поклевки в любое время суток в нашем регионе, на нашей речке, мои дорогие друзья. Вот так вот. Вот еще. Это плотвичка, мои дорогие друзья. Вот, посмотрите, какая хорошая рыбка. Вот. Так что, мои дорогие друзья, кто собирается на рыбалку, идите, рыбачьте. Вообще, вот, на нашей реке такого понятия, как глухозимие, не существует, мои дорогие друзья. Рыба ловится очень хорошо на протяжении всего зимнего периода. Даже в этом году и вообще из практики бывает так, что во время оттепелей река открывается ото льда. И я ловлю, даже были такие случаи и не раз, на летнюю удочку. Хожу, выбираю промоины и рыбачу. Так что, если кто собирается, еще не решился, смело идите на рыбалку, мои дорогие друзья. Вы получите много положительных эмоций, пообщаетесь с матушкой природой и принесете улов себе домой. Не стесняйтесь спрашивать у более опытных рыбаков, какие снасти применяются для ловли рыбы в вашей местности. Водоем подойдет любой. Хорошо, если это река с проточной водой. Если такого водоема нет, подойдет и озеро. Вот, мои дорогие друзья, очень хорошо. Плотва и окунь. Такая рыба обитает практически в любом водоеме и хорошо клюет на протяжении всего зимнего периода, особенно если это река, не такая, как у нас, мои дорогие друзья. Что я еще хочу сказать, что плотву, конечно, надо найти, но, как правило, я речку знаю очень хорошо, нашу, и рыба находится очень быстро. Фактически, я хожу на рыбалку каждый день, речка рядом, 10 минут идти неторопливым шагом, и рыбачу. Особенно в зимний период. Плотва в это время клюет очень хорошо.
Ловится. Ну вот сегодня, мои дорогие друзья, я сумел поймать и наткнулся на окуня. Вот, я даже сам не ожидал, что окунек будет поклевывать. Сегодня рыба ловится не со дна, а со дна приходится поднимать удильник где-то на высоту полметра, и происходят поклевки, мои дорогие друзья. Если кто-то ограничен в средствах на покупку снастей для рыбалки, мои дорогие друзья, особо не переживайте. Все те снасти, которые я использую для рыбной ловли на плоту, я стараюсь покупать бюджетные, доступные свинцовые мормышки, доступную недорогую леску, и также удильники с кивками тоже стоят недорого. Так что все ваши затраты, которые вы проведете для подготовки к рыбалке, оправдаются очень быстро, мои дорогие друзья. Ну вот, что-то рыбка перестала поклевывать. Наверное, я камеру выключаю. На этом я с вами прощаюсь, мои дорогие друзья. Всем удачи, быть добру. С вами был я, Лёва Иванов, и мой канал. До свидания.